have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в ТАПС, продолжаем громить Ренессанс, какая-то у нас там уже компания, вторая страничка, то есть примерно половину Ренессанса мы с вами протопали. Пробуем сейчас... Да, точно, у нас как раз это не получалось. 4000 танк. Да, это оказалось правильным решением. Таб. С. Да фига чифтонов. Ну, так. И так. Ой, там еще и щитовики. Прикиньте, а он убил одного щитовика. Они, в принципе, подходят по одному. А он успел выстрелить? Офигеть, мушкетера убили, видели? Обоих мушкетеров убили. Что ты туда-то... Поражение. Нормально, да? Так, до того дошли. Меня шаманы убивают, потому что они подходят и стреляют, уроды. В этот раз вообще гораздо хуже все. Я понял. В прошлый раз там оставался буквально один или два человека. Вообще ни о чем. Что я хочу? Тогда я хочу... я могу только ренессансами играть. Тогда я буду вот так играть. Чифтона унесите! Не, ну с их стороны уже достаточно трупов, кстати. Я думаю, мы можем выиграть. О, наш улетел. А кто остался? Чё вы как это... Что это за водоворот событий, блин? А кто живой? Oh, my God.
Что вы делаете? Что происходит? Я не пойму, кто живой стал. Давайте еще раз. Это было крайне странно. Чифтаны тяжелые чуваки. Кстати, мне кажется, ли в этот раз прям лучше идет? Да, в этот раз прям лучше идет. Какой ужас. У меня есть чемпион, развернутый не той стороной. Косари. Блин. Он такой наглый пошел, как тыч. Ребята. Ребят, убивать надо, если чё. Офигеть, нет, 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 я не рассчитывал на такой страшный урон, погоди. Два. И два художника, фиг с вами. Он еще и в своего попал. Серьезно? Чемп их убил? Чемп убил двух косарей? Красиво. Я не рассчитывал на такое. Что-то у меня не было ощущения, что чемпы это сильные ребята. Итак, мне дают чифтанов. А там вороны. Чифтаны, вороны. Ну, в принципе, давайте. Нет, это проигрышный вариант. Мушкетеры? Вот это неплохо было, кстати. Сейчас они перезарядятся. Хорошо! Хорошо! Осталась одна ворона. Ну, а мы точно перезарядимся за 10 секунд? Раз, два, блин, много. Есть. Он мог меня еще убить, если что. Это было прям сложно. Хорошо, хорошо, супер. Не прям хорошо, но хорошо. Специально сделали, чтобы я не смог танк да Винчи получить. Ну, давайте сначала по приколу. Оно их не поднимает! Оно их не поднимает, они слишком тяжелые! Твари. Так, нет. Я думал, что я сейчас целые повозки прям подыму.
Цельс! Блин. Да, есть победа. Мушкетеры затаскивают. Мушкетеры прям затаскивают. Итак, сено. У нас куча сена. И только мушкетеры, да? А зачем вы так близко подходите? Так. Мне предлагают исключительно мушкетеров, да? Я больше никого, в принципе, ставить не могу. Не вовремя я переключился. А как это проходится тогда? Вы чё? Это ж, блин, импосибру. Значит, мне их нужно поставить... Привет. Ну, баллисты сюда точно не пройдут. Насчет лучников. Сейчас посмотрим. Я тебя слышу! Блин. А, они проходят, но... Ну, чуваки пошли, стрельнули по разочку. Чуть не убило нафиг. А, его застрелили. Чё дальше? Я чё, в камень попал? Блин, они идут. Ёлки-палки. Ну это... Чёрт. Это какой-то прям единственный способ, как это можно пройти. Прям вот серьезно вам говорю, это просто какой-то единственный способ, как это можно пройти. Солома прилетела.
Надо всех сверху расставить, а одного здесь. Да-да-да. Жалко, я не могу там, например, сказать им hold position. Еще кого-то выстрелил. Здрасте. Там чувак еще отстреливается, прикиньте. Ну все, по-моему, его убили. Пуля-то проходит через нескольких сразу. Блин, зачем я это хлебало-то вытащил? Вот так сделаем. Поставим чуваков наверху. И будем здесь ждать внизу оставшихся. Может быть, так получится. Там полный беспредел сверху творится. Они еще стреляют. Я не могу просто выйти посмотреть, потому что этот выйдет тогда и его убьют, мне кажется. Мы победили? Как? Значит, это было реально. Значит, это было реально. Хорошо, я вас понял. Так. Пробуем... вот такую вот версию. Спихивайте, спихивайте, спихивайте их! Блин, там два короля, кстати. Одного короля заспамили. Все, нормально, второго тоже. Вы хотите, чтобы это было вот так? Расстрел. Их надо по-другому расставить. Перезарядка. Сколько мы там убили? Четверых? Они прям доходят. Уйди! Выпустите меня! Я жить хочу! Так. Сосредотачиваем огонь, да, хорошо, нельзя, чтобы они расходились. For the moon, да-да-да. Идем в нашу любимую нычку. Минус. Thunderbird!
Нет. Надо, чтобы через нескольких проходило сразу. Короче, да. Как только они доходят, то становится резко фигово. Вот, я, кажется, понял, как это работает. Оно работает как дробовик. Когда первая пуля просто относит... Так, нужен еще один. Знаете что? Знаете что? Они все пойдут туда. А мы их скинем. Зачем? Нет, это не работает. Нужен один. И потом еще один. Они тогда все собираются с одной стороны. Да-да-да-да-да, давайте скидывайте этих уродов. Блин, они выбираются потом. Ставлю последнего здесь. Не-не-нет-нет-нет-нет, зачем я тап-то нажал? Я таб нажал, блин, и этот придурочек утонул. Идите сюда. Меня придавило королем? Почему же я так постоянно таб нажимаю, чтобы выйти из чувака? Мне не нужно...
Блин, вот это вот обидка сейчас. Мы там вполне могли выиграть, мне кажется. Я не видел ситуации наверху, но мне кажется, мы могли бы. Утони, скотина. Так, они там всех наверху перебили. Они идут сюда. А как тогда? Кстати, вот там еще одного. А как у меня 35 монет остается, не подскажете? А, ты 35 человек тут и. Ну, поехали. Нет, знаете, стой. Я понял прикол. Погодите. Мне нужно, чтобы пули максимально проходили через всю толпу. Поэтому... Стоп, я понял прикол. Нам нужен один по центру. Блин, я своего же убил, да? Их надо чуть дальше. Вот этих чуваков нужно чуть дальше. Но им невозможно нанести столько урона, погодите. Но это же... А, я знаю, что мне надо делать, погодите. Стоп. Не падай! Даже, наверное, не на этом дереве надо было, а... Блин. Гидра, иди сюда! Ну тут только хитростью, тут не получится дэмэджем это все сделать. Он стреляет только вперед, да? Надо найти место на карте. Ah!
Ему как бы пофиг, да? Блин, нет. Нужно как-то... О. Нет, чтобы он еще и живой остался, можно? Но они придут сюда и кинутся на него, но они же меня собьют. Минус один. Минус два. Минус три. Да, стреляет он только перед собой. Минус три. Давайте, давайте, ребят, не стесняйтесь. Я еще не попадаю по ним. Один упал. Давай, 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 падай. Фух. Ну, это очень читерская победа, но я по-другому не вижу, как это можно было сделать. Ну его нафиг. Это максимально читерская победа. Так, мы выяснили. Мы выяснили, что они... Оп, про баллисты я не заметил. Баллиста прям сносит. Так, нет, 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 баллиста нам... Да и ты вы чё? Я не про то совсем. Это было быстро. Нет. Кстати. А баллист у нас две, да, тут? Ясно, понятно. Блин, тяжело. Вы прям такие челленджевые уровни. Вы чё, ребят? Нет! Вы серьезно? С стороны идет кто-то, нет? Вроде нет.
Я против баллисты остался, я так понимаю? Да, я победил. Четыре Зевса! А вы вообще нормальные, нет? Нет, потому что сейчас пришли бы эти ребята. Ну, мы почти всех убили, кроме Зевса. Но сейчас пришли бы Зевсы, и все в этой жизни стало бы резко плохо. Блин. В принципе, идея неплохая. Ну, давайте быков отвлечем. Нет. Хорошо. Быки, твари, слишком тяжелые, чтобы летать. И Зевсы слишком бессмертные. Да. Блин, это так не работает. Тогда предлагаю... Блин, коняка, да добеги ты уже, он не добежал. Давайте последний Зевс, да, вот, танк выстоял, надо было, чтобы танк выстоял, и тогда нормально получалось. 1500 на копейщиков. Мало, у меня просто не хватает урона. Да, они доходят, нельзя, чтобы они доходили. Нельзя. О, кстати,
Алибарщики. Я забыл про вас совсем, ребят. И два мушкетера. Ну, не мушкетера, а эти гвардейцы. Блин, копейщики алебарду затоптали просто очень быстро. Нет, так не годится. А как? Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте так. И я не знаю, вот. Кстати. А тут выкинуть никого не получится за карту. Неплохо. А, ну промазать это же наше все, да. Годится? Только вот так и вот так. Он что, последний остался? Давайте, ребят. Нет, кто-то еще... Все, отлично. Кто-то еще живой остался. Ярлы! А у меня нет мушкетеров. Вон мои мушкетеры! Я их не видел сразу. Блин. Ребят, перезарядка! Ясно. Это так не работает. Погодите, мне вот что интересно. Сколько у нас осталось? Компания... Осталось довольно немного, но я думаю, что на этом будем серию заканчивать, потому что, ну, довольно трудные компании здесь пошли, уж не знаю, как там будет дальше. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодышек и всем покеда.